Google, Google платформу и вижу промышленных товаров для малого и среднего бизнеса. Я имею большой опыт работы в реальном секторе экономики. Участвовал в строительстве и снабжении объектов «Газпрома» и «РЖД» государства. Провел успешных коммерческих сделок более 1 миллиарда рублей и заработал более 1 миллиона долларов. Во время строительства объекта я потратил лишних 1,5 миллиона рублей из-за отсутствия единой базы данных и электронного помощника. А существующие на рынке сервисы не предлагали оптимизации закупок. Проблема ненадуманная, и кто ее решит, тот сможет снять все сливки с промышленного рынка. Предприятия будут иметь СБИГОС, электронные документы оборот, аналитику и автоматизированный поиск товаров по оптимальной цене. Это с учетом логистики, формы оплаты, сроков отгрузки и так далее. Мы не только будем незаменимым софтом для предприятий для повседневной работы, но и сформируем рынок электронной коммерции в промышленной сфере на основе спроса и предложения. Ведь мы еще создаем, не имеющие аналогов в России, товарно-сырьевую биржу с низким порогом входа, большим количеством участников и гибким формированием лота. На данном снимке вы видите, как формируется лот с помощью конструктора системы БИГОС. Рынок 100 миллиардов долларов. Одни и те же товары используют разные отрасли экономики и исполняют их на типовых товарах. После запуска мы будем востребованы государственно-частным партнерством. Счетная палата, ФАС, что повысит нашу капитализацию. Мы легко масштабируемся на всем постсоветском пространстве, так как везде осталась система национальных стандартов. Наши заработки, главные пакеты, аналитика, аудит, комиссия. Сейчас средний чек 2500 рублей, LTV 300 000 рублей. На БИГОСе с биржи будет больше. Наши конкуренты прямые. Товарно-сырьевые биржи, косвенные маркетплейсы и узкоспециализированные площадки. Наши преимущества – это база данных с расширенной фильтрацией и точной геолокацией, принцип одного окна для всех отраслей экономики, биржи для малого и среднего бизнеса, аналитика, электронный документооборот и оптимизация закупок. У нас уже есть работающий прототип с 2009 года фармацевтики в 3 регионах РФ, и подключено 30% аптек. А так как жизненный цикл фармацевтических товаров очень схож с жизненным циклом промышленных товаров, то у нас реализовано все, чтобы масштабироваться на промышленный сектор. Наши цели. Через 3 года иметь 1 миллион уникальных пользователей и 17 миллиардов рублей чистой прибыли через 10 лет. Наша команда. Команда состоит из 4 руководителей IT, строительных и арбитражных компаний. Имеет практический опыт более 15 лет. Является конечным потребителем своего продукта. И рынок знает изнутри. Нам требуется 1,5 миллиона долларов для заполнения базы данных, продвижения платформы, найма региональных представителей и создания биржи. Мы отдаем 30% доли, и инвестор через 2,5 года получает 30% прибыли ежеквартально. Все, о чем говорит правительство, практически все, о чем говорит правительство сейчас про цифровую экономику, реализуется здесь. Мы будем востребованы как один из бухгалтерий и станем монополистом как Авито, только в B2B-секторе на промышленном рынке. Спасибо. Спасибо, Андрей. Отличный проект. Кликер-кликер. Так, друзья, обязательно голосуем на сайте голос.лайв за этот проект. Все эксперты, все инвесторы голосуют обязательно и себе записывают, отмечают.